сразу Спартак брали. Нет, ну трудно сказать. Я думаю, равные шансы. Как вам Шурли? Шурли очень нравится пока. Как игра, Евгений? Спартак, Спартак. Вас не беспокоит эта ситуация, что первый тайм Спартак играет не так? Они явно слабее, как мне кажется. Спасибо. Ну, скажу, что не беспокоит, я обману, но, конечно, беспокоит. Почему команда выходит немного закрепощенная, не раскрепощенная, не включает скорость. Вот. В этом, в принципе, было сказано. Поэтому сделаем серьезное расследование. Почему? Надо на эту тему серьезно поработать. Такая ошибка. Роковая получилась. Контратака. Спартак воспользовался своим шансом. Это дерби, я считаю, что матч был очень зрелищным, наверняка понравился болельщикам. Считаю, что наши парни провели очень хороший матч. Конечно, первый тайм особенно, практически полностью доминировали на поле, не использовали свои возможности. Ну, а в таком матче, как правило, кто использует свои шансы, тот и побеждает. Даже удалось отыграться, но потом вот этот нелепый совершенно второй гол, рикошет. Хотя надо признать, что после пропущенного первого мяча у Спартака было еще несколько хороших возможностей. Но у нас они тоже возникали, но, тем не менее, уже, к сожалению, не получилось. Будем стараться побеждать в следующих матчах. Повторюсь, считаю, что ребята дали бой, очень-очень неплохо играли, что-то получалось, что-то нет. Может быть, чуть больше мы ждали от наших лидеров, но в целом игра получилась. Ну что, Жигути обогнал в списке бомбардиров Спартака? Да вообще не обидно, мы дерби победили, вообще не до этого. А голы еще будут, по воле смешного. Ну, Жигов еще сумасшедший матч провел, согласись, как Зверь показал в первом тайме. Я думаю, вся центральная ось провела фантастический матч. Ну и Жигов, само собой, два мяча. Дерби – это фантастика. Может, стоит его вперед, туда, в атаку? Ну, видите, он и успевает и в защите, и в атаке, так что ему там самое место.